опознавательный знак. Спасибо всем, кто приедет. Наши постоянные помощники привезли подарки для приюта. Спасибо вам большое. Это все тряпка. Ездик. Пол машины нагрузили уже. Спасибо большое. Эдик, Эдик, держи дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое за посылки. Не хотела бы еще это. Немножечко. Сколько могу. Спасибо большое. Думаю, вы лучше знаете. Большие-то штуки не поднимут. Вот мужские рубашки такие, где большие. Спасибо большое за помощь. Теплые-то. Подарки продолжают грузить. С наилучшими пожеланиями. С наилучшими пожеланиями. Так, спасибо вам большое. Чтобы уже не отсылать. Да. У нас сразу, значит, да, я говорю, я отсылаю. Вас вы меня хотите? Хорошо. Да. Здравствуйте. Давайте вместе. Ну нет, не получится. А, видео? У меня. Все, не, хорошо. Не получится у меня вместе. Здравствуйте. Немного. Ну, и пеленки тоже. Я просто не знаю, спасибо. Что еще. Спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. Да. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Рады вас видеть, как да. всегда. Вот у меня заморозка. Курица там. Вот что-то куда-то. Давайте, надо. Давайте. Вот, все это. Она не, заморожена. Не успеет разморозиться. Да, ну давайте. Нет, давай. А, у тебя там заморозка? Я боюсь, что они это... Ее надо с самого края положить, да, чтобы самый, прохладно пакет было. Положите, в один пакет положите. Вытащите, да, что да. там еще есть. Там есть еще. Ну вы вытащите отсюда. Держите, кстати. У тебя маленький, давай. А, там сегодня, заморозка. Сегодня у нашей Лили день рождения. А тут у вас клещи и так далее. Сегодня да. рулит Эдик. А здесь у меня питание сухое. А мы ему помогаем. Могу дать. Вот, сюда. Давай тогда сюда все. Только они близко положат сейчас. Нет, у меня вот. А вот это вот еще. Всем здоровья, пускай поправляются все лохматики и не болеют, и будут сытые. Спасибо большое за помощь. Лилечка, дорогая, мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась такой красивой, молодой, на долгие-долгие, энергичной, да, на долгие-долгие годы. Мы тебя любим. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приветствуем вас на канале «Лохматая душа». У нас есть сайты, каналы на всех ресурсах интернета. На Ютубе два канала. Основной канал «Лохматая душа» Валентины Силич. Вспомогательный канал «Жизнь лохматой души», который веду я. На Дзене у нас есть два канала. «Лохматая душа», где описываются все истории попадания к нам собак. И «Приюти лохматую душу», второй канал.
для пиара животных. На ТикТоке у нас 4 канала. Основной канал Шеги Соу. И второй канал, который веду я, Чуз Шеги Соу. Еще есть 2 канала, которые ведут наши волонтеры. Инна Снежок и Кэтри. Пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы, смотрите наши ролики. Это помогает развивать нашу информационную базу, благодаря которой мы надеемся, что прибавятся подписчики и больше людей узнают о приюте. Потому что помощь очень упала, помощь нестабильна. И это очень отражается на животных. Мы не успеваем собрать на партию корма. Она заканчивается мгновенно, буквально 5 тонн, это 5 дней. 5 тонн сегодня стоит 390 тысяч. Производитель поднял цены. В общем, пожалуйста, участвуйте в жизни приюта. Не бросайте его.